кто подорвал трубу от Северного потока, каким там ее якорем зацепили, никто не знает, но догадывается. Я могу сказать только одно. Дружественных государств не существует. Если одна страна поддерживает другую, то значит ей выгодно или на нее оказывают какое-либо давление. Поэтому страны, которые сейчас под давлением США поддерживают Украину, могут в дальнейшем не рассчитывать на благосклонность тех же США. Каждый сам за себя. И когда они перестанут быть нужны, США от них отвернется, как от ненужной игрушки. Только свои интересы для каждой страны. Нет дружественных государств.